А еще чуть позже о расширении своей версии списка объявил Украинский совет национальной безопасности и обороны. Такая вот очевидная синхронность в деле санкций. Еще из сегодняшних решений Киева утверждена новая военная доктрина, в которой Россия впрямую названа военным противником Украины. Объявлено о предстоящей перегруппировке сил на востоке и юге. Тут же подтверждается отказ страны от внеблокового статуса. Для вступления в силу документ должен быть подписан президентом Порошенко. Он, кстати, сегодня же выдвинул требование, чтобы украинская армия была совместима с армиями стран НАТО уже к 2020 году.